сейчас здесь внизу присутствует девушка, которая в меня поселила зерно любви к Дагестану. Когда она очень давно здесь живет, и она меня постоянно приглашала в гости. Вот, постоянно. И я все-таки как-то выбрал время, и когда я приехал, ну, я был в шоке, я был поражен величием этих гор. Вот. И, ну, честно, я влюбился в атмосферу, в людей. Скажите, а как пришла идея было вот создать? А как пришла идея? Ну, это еще началось в прошлом году. Ко мне обратилось руководство экотуркомплекса «Главрыба» с целью... Ну, они мне предложили задачу создать вечернее развлекательное шоу для отдыхающих и для местных жителей. Что-то интересное. Одежда у всех народов Дагестана украшалась множеством монет, блях и всевозможными подвесками. По костюму, по головному убору можно было безошибочно определить, к какому горскому сообществу она относится.